Теперь нашел куклу из Авито. Первая кукла будет Шайни. Шайни — это шестерка комнатика, который был на карусели. Знаете, Шиммер и Шайни. Это джинны. Вот той фиолетовый волосы на ней. Да. Это подделка. У нее что-то было, это было. Вот это я сделал. У нее как у Айси. Знаете, у Айси там такая торчит. А трезину. Как у кукол, ну, еще есть такое. Знаете куклу Сашу моего? То смотрел, у него тот такой. Тут там фея. Ну, такие еще. Сейчас вот отойду. Вот, ребята, я пришел. А кто на заднем плане там? Соседи мои. Вот такая кукла. У нее уже было так сделано. Вот такая. А это кукла. Это Рапунцель в детстве. Почему, скажите, почему у нее короткие волосы, у нее длинные. Кто смотрел Рапунцель из Запутанной истории? Полнометражный мультфильм. Там одна серия есть. Есть еще мультсериал, мне там не понравилось. Я его не смотрю. Там 2D. Вот. Кто поймет, это в детстве у нее были маленькие волосы, а потом у нее были. Ну вот, все. Все. Господи. А платье у меня было. Все, всем пока, понимаете, всем пока.